В Нефтеюганске открыли полноценный цех по пошиву одежды для бойцов и необходимых изделий на передовой. Маскировочные сети, носилки, обмундирование на все 4 сезона и специальная серия для раненых солдат. Шить нефтеюганцы начали еще осенью прошлого года. После основной работы краили, собирали и отшивали изделия дома. В единую бригаду всех объединили Алия Халиулина и Аваз Балаев. Они же обратились в городской ресурсный центр «Сердце Югры» с просьбой оформить инициативу как социальный проект. Реализовать его удалось благодаря грантовой поддержке губернатора округа. Будем расширяться. Как бы все это время мы дома, все наши помощницы, все вот женщины, которые помогают, шьют, они все дома делают. Сейчас вот у нас открылся цех, благодаря администрации нам дали место. Сейчас будем расширяться еще больше. Сейчас тут привыкнут все, будем дальше двигаться.